Всем привет, вы на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить устройство JBL Horizon 2, то есть колонку, к вашему Android устройству. Итак, для этого нам понадобится на нашей колонке найти значок Bluetooth. Он у нас находится, если смотреть на вот эту сторону, то по правой стороне, вот здесь вот. Нажимаем на него. Если что, нажимаем еще раз. И когда мы услышали вот такой характерный звук, мы должны взять наш телефон, открыть верхнюю шторку. Далее, если у вас выключен Bluetooth, то включите его и зажать кнопочку Bluetooth, чтобы перейти в настройки. Далее ждем, пока наш телефон обнаружит колонку. Когда он ее обнаружил, нажимаем на ее название и нажимаем «Подключить». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!